Идем на четвертый круг. Включили четвертый круг. Вернее, камеру включили. И смотрим, что тут дятел наделал. Смотрите. Вот как он тут. Делал. Чего? Разрукается что ли? Нет, я смотрю, как дятел будет. А, как говорится, чипованная, да? Я их тут увидел, они вылавливали собак на вот таких. Ага. Я вылавливал мою собаку, она как-то убежала от них, как не знаю. Ага. Чипованная, да? Ну, поехал, чипы поставил ей под кожу, там чип стоит. Ну, ладно. И на ушки. Вот поставите чипы на кожу. Ну, счастливенько вам. Полторы тысячи чип. Ну, зато не убежит теперь. Будете знать, где она. Можно узнать. Ладно, идем дальше. Вот, собак чипует. Это, по-моему, четвертый круг пошел. Угу. Срывается снежок. Значит, тут на дисплее отражается, сколько минут работает, вернее, идет запись. Ну, это и на GoPro отражается. Это хорошо. Но главное, аккумулятор. Вот я смотрю. А, одна палочка уже ушла. Хорошо держит, это радует. Бац. Вот мне хотелось бы на такую тему поговорить. Достаточно интересно. Умение сохранить здоровье. Вот я, как любитель потягать железо, покачаться. Естественно, у меня свои кумиры. Культуристы прошлых лет. Или как их называют, бодибилдеры, там Франко Коломбо, Арни Шварценеггер, там Луи Ферринга и многие-многие другие. Естественно, на пике своей формы это были такие сильные, красивые люди, шикарными, супер шикарными фигурами. Но это все было на пике спортивной формы. И тем более они занимались, это их была профессиональная хорошая деятельность. Вот, и теперь, когда, естественно, смотришь на них, никаких мышц нет. Обыкновенные, будем говорить, пожилые люди, такое впечатление, что и не брали в руки гантели со штангой. И это все естественно. Это все естественно. Спорт или накачка, молодость. Вы полны сил, энергии,
у вас прекрасно работает гормональная система. Да плюс, если вы еще со стороны гормонов добавили, это все делает чудеса вкупе с тренингом. Но вот потом, я не хочу сказать, что там все это сказывается на здоровье, потому что есть люди, которые не менее упорно занимались, и даже и химию также принимали, но тем не менее выглядит совершенно иначе. Тут, конечно, ну, будет как-то важно отношение к самому себе после, после спорта, после занятий. Как ты себя поддерживаешь? Потому что многие еще, как правило, после профессионального спорта еще больные. Ну, как они себя вытягивают? Что для этого надо делать? И вот мне в связи с этим, нравится опыт Юрия Петровича Власова. По-моему, он 30-го года рождения. Еще жив. Это тот человек, который в 60-м году стал олимпийским чемпионом, вот, опередив всех этих американцев, которые тогда на помосте тяжелоатлетическом были сильны. Отдавался силе, естественно, болел. Он хорошо это все описывает в своих книгах. Описывает, как он выкарабкался из всего этого. Вот. В 64-м году, ну вот, судейство в спорте, оно вот такое. Он там установил рекорд мира. И в жиме, и в рывке. Это была четвертая попытка, которая в зачет не идет. Но тем не менее, он же поднял. Так, по большому счету говорить. И возможно сложить все эти результаты там, и в сумме еще будет мировой рекорд. Но не получилось. И вот его опередили там с результатом, ну, если по всем нормам тяжелой атлетики, больше. А вот если, грубо говоря, по нормам силы, то нет, он поднял больше. Это на него так подействовало, что он пишет: я серебряную медаль выкинул из окна Токио как глумливую награду. Вот, то есть вот такая вот обида была, что-то такие переживания. Но чему я веду свою мысль? Это к тому, что опередивший его более молодой Жаботинский поднимал, еще более молодой Алексеев поднимал, ставил рекорды. Но вот насколько они, Жаботинский и Алексеев, самостоятельно поддерживали свое здоровье, ну, как-то особо широко неизвестно. Жаботинский, у этого была мочекаменная болезнь, делали там операции после. У Алексеева там проблемы с позвоночником были. Еще какие-то были. Вот. Но не написано, как они там справлялись. Факт остается такой, что более молодых
Жаботинского Алексеева нет. А Власов, человек, трудившийся не менее, чем они, пахавшие в зале, жив, более-менее сейчас здоров. Вот. То есть это уже искусство жизни. Искусство, можно сказать, внутреннего стержня. Искусство какой-то вот особой философии, которая тебя поддерживает. Ну, Власов очень хорошо это описал в своих книгах. Потому что там такие серьезнейшие операции были на позвоночнике и прочее, прочее, прочее. Ну вот. Вот как бы это все связать теперь с... Все это связать с обыкновенной жизнью. Да, человек молод, здоров. Есть люди очень крепкие. Вы знаете, я видел своего знакомого так по юности. Вовку Смольского. Их там несколько братьев. Ну вот он был первый. И он... Я мастер спорта. Там на спасательной станции занимались. Штану приволокли там. Помню, 70 килограмм стоит, и я там что-то там делаю, двумя руками там собираюсь. Что-то типа тяги делать. А этот человек, никогда не занимавшийся, ну, я не знаю, там, если несколько раз брал просто ее так в качестве такой вещи, чтобы посмотреть, что это такое. Берет ее одной рукой, черт на, не на грудь, а на плечо, только отсюда раз. Ну, естественно, тут штанга-то гриф схватил ее, не это, не уравновешивая, все эти блины полетели в стороны. То есть вот на моих глазах человек с весом где-то менее 80 килограмм хапанул 70 килограмм одной рукой. И так ее еще вверх лихо зафигачил. И где он сейчас? А нету его? Нету. И здесь, конечно, важно, что люди с более там худшие там родословнее, можно сказать, генетикой там любят все это там такое вворачивать. То есть с гораздо худшими предпосылками к здоровью, но тем не менее более-менее умеренно и регулярно следящие за собой могут пережить таких вот людей, которые, пользуясь своей силой, своим здоровьем, так его тратят, что и его хватает у них лет на 40-50. Ну, вот такие вот дела. О зубах я вам рассказывал, то у меня хоть зубы, но свои. Что-то там подделываются, какие-то маленькие, но нету, чтоб вырывали там с корнями, вставляли эти шурупы. То есть это все варварство такое дичайшее. Считается нормальным. Это все на этом этапе считается нормальным. Я думаю, лет через 20-50 или более 100 лет технологии уйдут вперед. И все, что сделано, вот, современная медицина, они заклеймят как какое-то варварство. Поэтому я тоже люблю наблюдать за людьми, которые чего-то добились. Вот тот же Пол Андерсон, на которого я равнялся, который выпивал там по 6-8 литров молока, имел там ноги по метр в диаметре,
приседал там за 500 килограмм легко и просто. Его тоже нет. Здесь важно, вот уловить изменение своего состояния, здоровья вообще. И чтобы она дальше не превращалась в какую-то разрушительную такую вещь, от которой уже пойдут серьезные заболевания. Ага, он белочка. Вот она на дереве. Вот серьезные заболевания. Устранить это. Важно понимать. Видите, вон по дереву ползет. Важно понимать, что болезнь наживается образом жизни. Образ жизни. О, их тут две. Образ жизни. Бельчонок и, наверное, мама. Образ жизни. Как это? Рулит вами. Рулит вами. О. Захотят коротками. Смотрит. По дуплам лазит. А, это вот есть. Молодец, что-то там такое. Так вот, образ жизни, он рулит вами во всех отношениях. Естественно, все это начинается с уровня сознания. Как вы его настроите. О, бегает. Как вы его настроите? И далее уже идет ваш распорядок дня, питание, двигательная активность и все такое. И это все приводит к тому, что человек либо приобретает и упрачивает свое здоровье, либо такой потенциал, вот, который я видел, он его просто-напросто растрачивает. Знаешь, ну-ка, близко на меня подпустит. Ну, молодец. Не боится, зверек не боится. Ну все, ладно, не буду им мешать. Пускай они что-то там едят. И вот я слышал такую фразу от одного там врача, который занимается, ну, дает консультации качкам, как там эти все препараты использовать, что, мол, помоги себе сам, сейчас не выйдет. Наоборот, это как ничто сейчас, да и всегда это было важным. Я думаю, что тот врач, который написал диссертацию по этим анаболическим средствам, вот, подразумевал, что какие-то исследования и так далее и тому подобное. Нет. Помоги себе сам заключается в том, что в первую очередь ни один врач, ну, допустим, даже психолог, там, психотерапевт, они, да, с вами побеседуют, что-то там расскажут и так далее, и тому подобное. Вроде бы толкнут, как мыслить, как это. Но мыслить-то вы должны будете сами. Кто за вас это будет делать? Кто будет следить за тем, что вы мыслите? Позитивно или негативно? Радуйтесь или все вас огорчает? Хотя я еще разок повторю, жизнь – это феномен радости, в первую очередь. Радостного созидания. И опять-таки, в первую очередь, созидание самого себя. И далее, от того, как вы себя созидаете, будет и окружающее становиться. То есть убирать во дворе, следить там за домом, за квартиром, чистота, чтобы была. А если этого нету, ничего не будет. То есть никто за вами, представленный, стоящий рядом, не будет следить за вашим мышлением. Раз. Далее. Никто особо не будет следить
Затем, что вы едите, как вы едите, как вы жуете, как вы там оправляетесь. В принципе, это может кто-то там со стороны сделать, но важно ваше собственное ощущение. Никто не будет, особенно если у вас мани-мани, как у обычного человека, за вашим распорядком дня, чтобы вы там встали, кто-то вас там разбудил, кто-то вас там снарядил. Это вы все должны делать сами. Лег спать. Далее, двигательная активность. Насколько вам надо, вот вы чувствуете, надо идти быстрее, надо идти медленнее. Наступать там на пятку больше или на носок. Пружинить и прочее, прочее, чувствовать спину, осанку, разворот плеч. А дыхание тоже никто этого не будет делать. И тут, а вот эти именно вещи, все эти, мышление, распорядок дня, питание и двигательная активность, именно они, вот этой вот основой здорового образа жизни, они рулят вашим здоровьем, укрепляя его или разрушая. Все, вот тут-то вы сами себе можете помочь. И опять-таки, обращаясь там, в свое время я читал исследования Всемирной организации здоровья. Она там составила список наиболее, как бы сказать, влияющих на здоровье средств, там, допустим, медицинские услуги, еще что-то там, так далее. Так вот, образ жизни оказался на первом месте в процентном отношении где-то чуть ли не около 70-80. А остальное уже здравоохранение, медицина и так далее. Вот вернуться к тому же Шварценеггеру. Ему на сердце там поменяли клапан. Поменяли клапан вот в то время. Да, я уж не буду говорить, откуда там они взялись, с какого там животного или как. Все нормально, он проходил. И вот буквально сегодня ночью читаю я. И там такие фразы прослеживаются, что, мол, его надо заменить на менее агрессивный. А что, раньше этого не знали? Оказывается, не знали. И сделали то, что они там сделали. А теперь вот надо плановое обслуживание сердца. Надо его посмотреть. Надо какие-то запчасти там поменять. А надо работать с таким понятием, которое называется жизненная сила. Жизненный потенциал. Вот что у каждого человека есть. И идет он изнутри наружу. И мы можем его, знаете, вот с помощью радостных эмоций, мы его можем с тонких, с уровня тонких тел, которые тоже надо питать, мы его можем выводить сюда, вот, окружать себя радостью. Вот как я сейчас просто подумал, сделал. И уже этого достаточно, глаза заблестели, у меня все там улучшилось. А можно закупорить, либо же превратить во что-то разрушительное для себя. Ну, то есть, человек постоянно зубами скрипит, ему что-то не нравится, то есть он окружает себя злостью. Притягивает сущности соответствующей энергетикой, которые, будем говорить, начинают уже им руководить. То есть он, если не позлится, он не в своей тарелке. Но это надо ему или кому-то другому. Задумайтесь над этим. Задумайтесь. И вот так вот
человек помогает сам себе. Конечно, хорошо. Синичка что-то выбросила. Конечно, хорошо там объединяться в такие клубы единомышленников. Это также стимулирует, поддерживает. Но если их особо нету. И понимаете, опять-таки, вот вы видели, как я хожу регулярно. Мало кто такой режим вообще выдерживает. И вот так вот вы сможете помогать самому себе. И причем помощь может быть настолько сильной. Это мы такие вещи взяли. А если человек знает работу и силу образно-волевых настроев, это в первую очередь работа своими тонкими полями. Если он знает силу и умение травяных сборов, как их сочетать, для чего, что они как делают. Если он знает там, допустим, влияние пищи, как она может оздоравливать, а как она может и разрушать, делать больным. Двигательную активность, которая все это перемалывает, все это, знаете, запускает, двигает, то есть такие примеры, когда люди избавлялись от очень серьезных болезней. Ну так вот плыли, гребли по этому самому самотеком. И этот самотек приводит вот к таким вот последствиям. Вот к таким последствиям. Вот к таким последствиям.